Около 13 500 человек приняли участие во Всероссийском субботнике в Одинцовском округе. Благоустройство территории прошло на 65 площадках муниципалитета. Сегодня мы с вами на передовой. У нас продолжается месяц чистоты и благоустройства. И наша задача до 1 мая привести территорию округа в идеальный порядок. Поэтому мы будем сегодня с пилами, с лопатами, с граблями убирать сухие ветки, убирать валежник, мусор, пилить сухостой. Большой объем работ лишь раззадорил участников субботника в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Среди них были заместители главы администрации, депутаты от «Единой России», члены общественной палаты, участники клуба «Активное долголетие», команда Одинцовского кампуса МГИМО, сотрудники парка культуры, спорта и отдыха, а также жители города. Я часто гуляю в этом парке с детьми, с женой, увидели объявление, что будет проводиться субботник. Решили не остаться в стороне, пришли. Вот сейчас здесь помогаем. Самое важное, что мы все вместе. А вот когда мы вместе, любая работа спорится, а погода благоволит. Хорошее настроение – залог продуктивного дня. После музыкальной разминки, вооружившись инвентарем и перчатками, а также противомоскитными средствами, участники разделились на команды. Собирали мусор, высаживали деревья и кустарники, убирали сухие ветки. После дружной работы всех угостили вкусной гречневой кашей и горячим чаем. Всего с территории округа собрали 2297 кубических метров мусора, высадили 120 деревьев, 21 кустарник, отремонтировали и покрасили почти 2000 малых архитектурных форм. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».